11 сентября по календарю дат отмечался День трезвости. В наши дни он призван напомнить о важности здорового образа жизни и отказа от разного рода зависимости. Что думают об этом дне новоуральцы? В блиц-опросе Алисы Буториной. Важно ли акцентировать внимание на проблеме алкогольной зависимости у нашего населения? Главное, наверное, не акцентировать на этом внимание, а что-то с этим просто делать. Пропаганду здорового образа жизни, наверное, вот меньше вот таких вот магазинов на каждом углу, как красное и белое. Ну, доступность. Чем больше ее, соответственно, тем больше соблазна. Такого дня, я думаю, у нас не может быть, к сожалению. Пока у нас в городе больше красных и белых, чем библиотек или там книжных магазинов, я думаю, такой праздник можно даже не отмечать и в целом вычеркнуть его из календаря. Не пью, предпочитаю спорт и творчество, поэзию. Я член Союза художников России, скульптор. Лучше избежать алкоголя, да. Стопка, не стоп-кран, дернешь, не остановишься. Что посоветуешь выпить на день трезвости? Воду. Естественно, воду за здоровье всего населения России. Если, начнуть воспитывать, что курить не рекомендуется, ну, выпивать там напитки в меру, вот это будет польза. А тех, кому, ну, мне уже 74 вот будет. Ну, что меня воспитывает? Я курю, да, выпиваю, да. Ну и что? Это уже моя жизнь. И меня уже не исправить. Насчет этого дня, мне кажется, сейчас никто не знает. А алкогольная зависимость, ну, это плохо. К этому надо принимать серьезные меры. Восстанавливать вытрезвители и многое что еще.